Несколько дней назад молодое пополнение 11-й механизированной бригады приняло военную присягу. Теперь у воинов начались напряженные будни боевой учебы. Она проходит и днем, и ночью. Ни помеха, ни дождь, ни снег, ни жаркое солнце. Ожил Чепелевский полигон. Проходят комплексные занятия от приготовления пищи, топографии до обкатки танками и стрельбы из автоматов и пулеметов. Наиболее сложное в психологическом плане упражнение – обкатка танками. Боец находится в неглубоком окопе, а над ним проезжает бронированная техника. В данном случае использовали боевую машину пехоты. Маныло Анатолий, заместитель командира 1-го стрелкового рота физиологической работы. Созданы все условия, приближенные к боевым действиям, звуки боя, распалка костров, дымы, взрывпакеты, вся имитация боя. Как готовили ребят к этому? Проводятся инструктажи с личным составом нового пополнения. Работа психологов здесь очень велика. С каждым военнослужащим проводятся беседы на выявление пригодности и готовности к таким вот выполнению задач под нагрузкой, такой психологической нагрузкой. Обязаны все пройти? Все обязаны. Отказаться не может? Все обязаны пройти это, все проходят. После выполнения упражнений беседуем с солдатами, которые первые прошли обкатку. Они выбрали не срочную, а сразу контрактную службу. И, конечно, как и срочники, впервые выполняли это упражнение. Бондаловский Дмитрий Викторович. Первый раз вот такое занятие? Так точно. Как впечатление? Положительное. Страшно было? Никак нет. Совсем? Нет. Хотелось бы повторить. Рядовой Шумкуалия. Тоже контрактник? Так точно. А почему решил пойти на контрактную службу? Не знаю, захотелось так. Нравится. Интересно. А откуда ты родом? Город Баранович. И хотел именно в этой бригаде служить? Да. А кто-то посоветовал? Ну, знакомые многие здесь служат. Служили.